Владивосток. Музей Тихоокеанского флота. 11 января 2023 года. Музей находится по адресу улица Светланская, 66. На территории музея установлены вот такие экспонаты в виде разных орудий. В основном это какие-то пушки, возможно, которые были установлены на военных кораблях. Также есть небольшой танк.
Андреевский флаг. Флаг одного из кораблей Сибирской военной флотилии. Владивосток, 25 октября 1922 год. Старые газеты, «Известия», год 27 октября 1917 года. Настоящие или нет эти газеты, непонятно. Максим на колесах. Ну, здесь все посвящено революции 1917 года. Тысяча 763 год. Петр I. Москвитин. Часть корабельного дерева с фрегата «Паллада». Макет байдарки Алеутской. Подзорная труба. Чернильницы, я так понимаю. Матрос Удалов. Подзорная труба. Громкоговоритель. И, наверное, лампа какая-то. Максутов.
Форма одежды защитника порт Артура. Оказывается, вот это. Здесь какая-то икона, что ли. Не написано ничего. Стерегущий. Французский капсульный пистолет середины 19 века. И дуэльный тут пистолет 19 века. Кремниевый еще пистолет 19 века. Макет канонерской лодки, кореец. А это крейсер первого ранга «Варяг», 1975, что ли? Чё? 1975 или 73 год. Ручной пулемет Баляева.
автомат, сигнальные флажки, без козырька. Форма одного из матросов-пехотинцев. Порторосин. Меч самурайский. 22 августа 45 года. августа, 2 сентября 45 года. Устройство бронекатера номер 302 на берлинском направлении. Трофейные награды. Венгрия, Румыния. Это из Сталинграда. Машинный телеграф с крейсера «Калинин». Это из Брестской крепости.
современная история. Это традиция побеждать, так СВО. Тут вот, начинает Петра Первого, кончая СВО. Все, о воинском долге, присяге и победах. Понятно. Не только. Часы такие. Что-то индийское здесь. Форма американская, что ли? Да, Соединенные Штаты. Форма здесь представлена. Форма Канады. Так, здесь что? Форма Пакистана. Видимо, с разных судов. Здесь представлены экспонаты. И форма. Южная Корея. Это Китай. Египет и Франция. Это японское что-то, самурайское. Не написано что-то. Японское что-то. Здесь такая подводная лодка в разрезе. Форма летчика, комбинезон. Катапультное сиденье МПЛК-45У. Это парашют такой.
Вот такой вот музей Тихоокеанского флота. Здесь есть экскурсоводы, аудиогид, входной билет для взрослых 100 рублей, экскурсия 150 рублей.